Теперь жители 22-го микрорайона смогут выполнять упражнения разного рода, готовиться к сдаче ГТО и поддерживать себя в форме в одном месте. Представители Министерства спорта Нижегородской области и администрации Сарова вместе с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Анной Архиповой разрезали красную ленту новой спортивной площадки нашего города. Тренировочный комплекс стоимостью свыше 3 миллионов рублей включает в себя скамью для пресса, тренажеры жим лежа и жим от плеч, брусья для воркаута, рукоходы, шведскую стенку, велотренажеры, степпер, зоны для баскетбола и настольного тенниса. Тренажеров порядка 16 штук, которые все направлены именно на развитие общей подготовки. Также площадка сертифицирована под сдачу норм ГТО. Есть две мишени для инвалидов. Хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка стала именно центром притяжения для разных групп населения, для разных возрастов. Егор Черных вместе с друзьями 2 года занимается воркаутом. Среди них есть как опытные, так и начинающие спортсмены. Молодые люди активно участвуют в городских и областных соревнованиях. Специализированная площадка позволит привлечь еще больше людей в занятия уличной гимнастикой. У нас достаточно развитая компания воркаута. То есть мы собираемся с друзьями и занимаемся спортом. У нас есть лидер собственный. И мы сейчас соревнуемся с Нижним Новгородом. Площадка для воркаута – это очень хорошая возможность потренироваться для жителей нашего города. Тренировочный комплекс не случайно разместили в 22-м микрорайоне. Территория активно застраивается и появляется необходимость в доступных спортивных объектах для молодых семей. По нашим наблюдениям, это все-таки молодые семьи. И ребята, которые молодые здесь проживают, они действительно активно используют эту площадку. Даже еще до момента, пока мы не перерезали ленточку, она уже использовалась. Но и в перспективе все-таки у нас зарезервирован здесь участок под ФОК, поэтому мы надеемся, что это будет одна из востребованных действительно горожанами площадок. В будущем году департамент городского хозяйства планирует дооборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения, обеспечить свободным доступом к беспроводному интернету. В рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории будут проводить бесплатные семейные тренировки и воскресные зарядки с опытными спортсменами. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24. В первом периоде спортсмены хоккейного клуба «Саров» смогли сразу распечатать ворота «Ракеты». В начале второго игрового отрезка молодежная команда сравняла счет, но ровно через минуту получила ответный гол, а потом и еще один. Итог матча 3-1. Нашим звеном вроде все получалось, но немного не получалось раскаты, потому что мы вместе не играем в звене, мы только сейчас, потому что многие уехали с четвертым-третьим годом играть. Вот. У нас мало человек осталось, 7 человек всего лишь. Мы как могли, так и боролись. Первый период было тяжело, потом как-то собрались и стало полегче, продыхали. Ну, такая тяжелее играть. Товарищеский матч между командами «Саров» и «Ракета» проходит традиционно. Хоккеисты проверяют свои силы, выясняют готовность всех игроков к предстоящему сезону, определяют слабые места в игре команды и вырабатывают оптимальную тактику защиты и нападения. Состоялся матч удачно, мы выиграли 3-1, просто не реализовали некоторые моменты. Так все в целом прошло успешно. Это была как бы предсезонная такая игра, ребята уже 2 месяца играют в своей лиге. Мы в следующие выходные начинаем на выезде, в набор едем, будем играть повыше лиги. В первенстве Нижегородской области по хоккею среди мужских команд саровчане принимают участие не первый раз. Ранее они боролись за звание чемпионов в областных соревнованиях в составе клуба «Саров Инвест». В прошлом сезоне любительская ледовая дружина заняла 4-е место в высшей хоккейной лиге региона. В этом году у них особый настрой на матче. Мы тренировались 3 недели где-нибудь, месяц может. Вот тренировались, готовились. Будем стараться выиграть, радуясь своих болельщиков. Всех приглашаем. Первую игру в рамках высшей хоккейной лиги области саровские спортсмены проведут на выезде 16 ноября на Баром. А 30-го на своем льду они скрестят клюшки с действующим чемпионом области командой из Таншаева. Посмотреть расписание и итоги игр можно в группах ВКонтакте «Хоккейный клуб Саров» и «Нижегородский областной хоккей». Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Приплыть первым и установить рекорд города – такую задачу ставил перед собой на первенстве Нижегородской области по плаванию воспитанник детской спортивной школы ИКАР Артем Романов и выполнил ее на все 100%. Там были очень сильные противники, и
было им что-то сопоставить, было очень тяжело, но у меня получилось. На соревнованиях Артем преодолел две дистанции на 50 и 100 метров баттерфляем. В первом заплыве молодой человек коснулся бортика раньше соперников. На 100-метровке юноша приплыл вторым, но при этом установил рекорд города. Я не стремился к этому, просто проплыл, а оказывается, еще и рекорд выполнил. Смешные были чувства, вроде бы и хорошо, что я этот рекорд поставил. И как бы не очень то, что у нас в городе такой небольшой рекорд, то, что человек может его побить, вроде меня, то, что не такие, как мастера тут плавали, ну, такой именно дистанции. На первенстве улучшила свой результат и Анастасия Корнишина. В соревнованиях в Нижнем Новгороде девочка участвует ежегодно. Сразу в двух заплывах на 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием она заняла первое место. Я горжусь, что я заняла первое место. Я ходила на тренировки, занималась там, не ленилась. И благодаря этому я хорошо выступила на соревнованиях. В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов со всего региона. Защищали честь нашего города 16 юных пловцов детской и юношеской спортивной школы «Икар». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». В рамках соревнований на площадке встретились два сильнейших соперника – юниор и Ника. Обе команды настроены решительно, и каждой нужна победа, чтобы выйти в финал кубка. Сборным предстояло сыграть 5 партий до 3 побед. В первой партии преимущество было у сборной Ники. Но во второй команде юниор удалось сравнять счет. Судьбу игры решила последняя 5-я партия. Собрав всю волю в кулак, опытные волейболистки из Ники уверенно обыграли соперниц. Итог игры 3-2. Я не ожидал такой игры. Как вам сказать, мучительно. Мучительно для них самих. Они сами себе сделали то, что они должны были сделать. Ну. Мы рассчитываем другой результат, но это тоже результат. То есть это победа. Соревнования по волейболу проходят по кубковой системе до 2 побед. А это значит, что в эту субботу Ника и юниор вновь встретятся на волейбольной площадке, чтобы определить финалиста. Мы будем очень сильно готовиться. Я надеюсь, что мы ее вытащим. Я правда надеюсь. Если победу одержат юниоровцы, то команды ждет золотой сет. Еще одна игра, победитель которой выйдет в финал соревнований. Следующие игры городского турнира по волейболу пройдут 16 ноября в центральном здании ИКАР. Начало в 15:00. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В этом сезоне в соревнованиях Высшей хоккейной лиги Нижегородской области принимают участие 8 команд. Все соперники уже знакомы с саровским хоккеистом с прошлых игр. Поэтому к ледовым баталиям хоккейный клуб «Саров» подготовился основательно. Разобрали ошибки прошлого сезона и пригласили в команду новых игроков. Немножко отдохнули и уже с августа мы готовимся к этому сезону. В сравнении с прошлым сезоном остался практически тот же состав. Добавилось буквально пару человек из детской юношеской спортивной школы. Артем Ванеев – новый игрок хоккейного клуба «Саров». Ранее молодой человек играл за «Ордатов» в первой лиге, но решил повысить свой уровень и выступить в ВХЛ. На протяжении нескольких месяцев Артем изучал тактику и стратегию команды. И теперь готов приложить максимум усилий, чтобы привести «Саров» к заветной победе. Команды будет очень сложно, чтобы играть с ними. То есть там играют люди уже опытные, отыгравшие в ХХЛ везде. Приложу все максимум усилий, чтобы команду вышла вперед. В эту субботу наши спортсмены сыграют на выезде. Хоккеисты скрестят клюшки с Борским кварцем. А 30 ноября в Ледовом дворце пройдет домашняя встреча со стартом из Таншаева. Начало игр в 13:00 для лиц старше 12 лет. Более подробное расписание об играх можно посмотреть в группе ВКонтакте «Нижегородский областной хоккей». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».